Друзья, всем привет. Добро пожаловать на канал Находки Манили. Поступила такая информация, как вы уже слышали, о том, что 25 копеек на Украине выводятся из оборота. И вот у меня скопилось вот такое количество монет, вот целый ящик из-под порошка, заполненный монетами. 25 копеек. Тут разные года, есть 92-й, 94-й, 96-й. В общем, я их откладывал, собирал. А теперь как бы хочу их перебрать, разобрать. И те монеты, которые что-то стоят, оставить себе. А те монеты, которые ничего не стоят, которые стоят свой номинал, обменять на обычные бумажные деньги. Давайте разберем, какие же у нас года, сколько стоят. Смотрите, вот 25 копеек 92 года. У них они имеют три разновидности. Так, это у нас вот есть первый штамп. Это монетка вот такая. Она имеет на цифре узкий герб и на цифре 1 вот такой вот хвостик. Это первый штамп. Так, здесь отличий никаких у нее нету. Так, дальше второй штамп. Ага, и цена данной монеты, ну, она как бы самая дешевая из всех 25 копеек 92 года. Она как бы сейчас на данный момент цена ее по номиналу идет. Дальше у нас есть второй штамп. Второй штамп, видите, вот идет тоже узкий герб, но единичка без хвостика получается. Это второй штамп. Цена его на данный момент примерно 50 копеек. 40, 50, 45. Ну, в общем, по-разному. Дальше третий штамп. Третий штамп у нас получается, монета идет тоже вот 92 года. Герб идет вот такой, он весь немножко толще, чем в первом и втором штампе. Ну, это заметно даже невооруженным глазом, что он идет толще. Такая монета стоит на сегодняшний день 5 гривен. Вот эту монету мы точно откладываем. Эту монету отложим. Ну, не знаю, второй штамп я тоже, наверное, отложу. А первый штамп, думаю, не буду откладывать. Обменяю его на бумажные деньги. Дальше у нас есть еще монеты 94 года. Вот монета 94-го, 25 копеек. Цена ее на сегодняшний день около 50 копеек. Мы ее тоже отложим. Так, следующая монета у нас это монетка 25 копеек 92 года. Это у нас бублики. Вот она имеет вот такие вот точечки в гроздьях. Видите? Эту монету мы тоже откладываем, потому что она стоит дороже своего номинала. Также еще у нас имеется монетка 25 копеек. Это у нас 96 год. Его мы тоже обязательно отложим, потому что цена его на сегодняшний день составляет около 1 гривны. Всю эту монету обязательно откладываем. Что еще у нас там есть? 25 копеек 95 года есть, очень редкая монета. У меня, к сожалению, нету пока. Там ее цена стоит около 1500 гривен, 1600. В общем, монетка дорогая и очень редкая. Мне она еще не попадалась.
Так что, друзья, обязательно, если у вас есть много монет по 25 копеек, переберите их и отложите те монеты, которые стоят дороже своего номинала. И тем более, когда монеты выведут из оборота, я думаю, что цена их только вырастет. Потому что их больше не будет. Их будет становиться все меньше и меньше. И поэтому цена их будет расти. Все, друзья. Большое спасибо за внимание. Обязательно подпишитесь на мой канал. Поставьте колокольчик. Поставьте лайки, чтобы не пропустить последнее видео. Все, друзья, всем пока и удачи в поиске. Кто ищет, тот находит.